Челябинске из-за вспышки пневмонии закрыли школы. Такое решение приняли в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о 121-й школе. Там было выявлено порядка 10 случаев внебольничной пневмонии. Сегодня в образовательном учреждении проводят санитарную обработку. Педагоги продолжают вести уроки в дистанционном режиме. Учиться дома дети будут до 28 сентября. Есть случаи в школе. Роспотребнадзор принял решение школу закрыть, обработать. Сейчас мы проводим, обучение продолжается в дистанционном режиме. Через неделю снова выйдем, будем продолжать обучение. Сегодня обработаем, все вымоем. Неделя разобщения детей, чтобы не было распространения заболевания. Ранее в управлении Роспотребнадзора Челябинской области заявляли, что в регионе продолжается подъем заболеваемости респираторным микоплазмозом. Это является также и причиной увеличения числа пневмоний, особенно среди детей. Зачастую подростки заражаются именно в образовательных учреждениях. Именно поэтому школы и закрывают на карантин. Родителям советуют, если у ребенка появились первые признаки ОРВИ и других респираторных заболеваний, не стоит отправлять его на учебу. Такой же совет можно дать и взрослым. Не стоит заражать коллег в офисе, лучше переболеть дома.